Работа мою видно, туда здание коричневое, кирпичное. Там вон прям может. Внизу, 10-этажная, маленькая. А это Лепс поет с Расторгуевым. Это сейчас Расторгуев, а следующий куплет Лепс будет петь. Да. Видишь, какие новые здания. Вот это самое высокое сейчас в городе стало. Что-то 88 этажей, что ли? Rincon Tower. Самое ближнее, да. Rincon Tower. А будет еще выше. Они вот эти здания, все это вот Rincon Place, они строят выше еще. Много было, сам знаешь, чего. Нет, ты посмотри, какие те маленькие белые здания, маленькие. Не хватало всегда одного. А теперь эти огромные. Представляешь, сколько здесь стоят эти флеты? Наверное, по 5 миллионов каждый, как минимум, квартира. Все, въехали в город с моста. А вон там бейсбольный парк прямо на воде. Вон он, видно немножко. Там наши горы впереди. Я уже мой настоящий раз. Мясо рваны, трешься кровь струна. Понимаешь, брат, ты все понимаешь. Поедем прямо. Понимаешь, брат, ты все понимаешь, брат. Без своих нам здесь всем хана. А впереди туман. Ну не туман, а облака низкие. Ну ладно.